включил. Так, что у нас пришло? Пришли щепочницы. Это которые так, вот так, вот так и вот так. Снял? Угу. Так, это что такое? Сейчас посмотрим. А, пришли фонарики армейские. С фильтрами и под светодиод. Но у меня, наверное, пока нет батареек. Проверить. О! Обалдеть, даже есть вкладыши для батареек. Ну-ка. Это ЧК, да, было там что-то? Да, чтобы батарейка просто так не расходовалась. Предохранитель. Чтобы батарейка просто так не расходовалась. Ух ты! Так, это у нас для маякания. О, вот так и включается еще. А настраивать его можно, чтобы он мигал, вот там, допустим? Фильтр. Нет, это для соса. Вот так, раз. Вот. Обалдеть, на диоде. НАТОвский стандарт. Так. Он, кстати, сделан из металла. Весь. Не из пластика? Этот нет. Так, здесь тоже фонарик. Но другой. Как фара. Тоже из металла. Тоже чеку сейчас дерну. Похож на какой-то набор для разведения костра. Не армейский. Ну, вот тут что-то не хочет работать. Может, там батарейки? Нет? Может, батарейки все, не знаю. Но батарейки-то внутри должны быть. Да, здесь вставлены 3 батарейки. Сейчас. Пойдем хитрым путем. Я выну отсюда. О, значит, батарейки просто сели. А, нет, что-то здесь отключился. А, понятно, система старая, почти советская. Оп, отжались. Такое вот. Так, убираем. Кать, мы заняты, мы снимаем распаковку. Это мы вырежем. Это мы ничего не вырежем, мы не умеем. А я умею. Так, тоже уже с батарейным отсеком. Прекрасно. Черт, у меня выломалось что-то все. Ай-яй-яй. Вообще, вот эта вот фишка... Я, если честно, очень долго искал такую лампочку, потому что у меня целая коллекция фонариков есть, армейских, но там обычная лампочка. И тут, наконец-то, появился такой стандарт лампочки, но диодный. Это просто прекрасная новость. Вот. Просто прекрасная новость. Да, Ярослав, пусть она... Ну, что ж поделаешь. Мы дома, собака имеет право издавать звуки. Вот. Отлично. И вот так вот еще. Чик, чик, чик. И здесь еще какой-то есть. Вот такой, это вообще как у шведов. У шведов такие фонарики. Так, ладно. Фонарик уберем сейчас обратно. Потому что только малую часть, да, распаковали? Так. Пришел тактический носок для елки. Вешается на елку. Для подарков. Вот такой. Сумка. А, это же носок, да? Сумка-носок. Да. Вот такие наборы пришли. Я сам таким пользуюсь на работе. Это мультитул? Нет, это набор для еды. Здесь классный черпак, ложка.
Очень удобно есть. Вилка. Все полноразмерно получается. А нож? И складной ножичек, чтобы можно что-то было порезать. У нас же ее все хватает. Самое главное здесь, конечно, ложка и вилка. Так, щепочницу собрали. Что это такое еще? Это огниво. Огниво с компасом. Здесь даже некоторые герметичности. Кремень. О, собака реагирует. Ну, свисток. Это кремень? Можно так сказать. Да, свистеть. Свистит он не очень хорошо. Так. Вот такая штука пришла. Еще тоже огниво очередное. Для высекания искры. Комплект огнива и тоже свисток. Огниво доставать не буду, а свисток протестирую сейчас. Пришли, да, носы? Свисток нужен для чего? Если человек заблудился в лесу и начинает кричать, то через 3-4 часа он хрипнет и не может больше даже говорить. А со свистком тебя слышно далеко, и отовсюду. Чё у нас? Так. Так, пришли арафатки. Их быстрее всех разобрали, этот свет. Пришли мультитулы. Да подожди ты, малой. Мультитулы пришли вот такие вот. Их тоже все разобрали очень быстро. Вот. Сейчас я его уберу. И пришла еще новая печка, она побольше по размерам, при переносимости чем-то. Просто эти я купил все последние. Папа, мне кажется, больше всего просмотров будет из-за того, что в кадре есть собаки. Конечно. Вот, печка, значит, печка. Непонятно. В общем, эта печка отличается от основной тем, что у нее, я так понимаю, дно нельзя вынуть. Вот. Довольно тонкостенная. Я ее получил первый раз. То есть она не испортит стол. Ее можно прямо на столе использовать. Я готов. В отличие от того. У нее там второе дно, да? Та стол прожигает, да. И вот такая вот подставочка. Вот. А, еще черный носок пришел. Пощупать. Это последнее, что. Вот. Носок тактический. Малыш, иди, ты мешаешь. Все, на этом все. Выключай.